Здесь, к сожалению, здание сгорело. Вот что меня бесит, прекращает пожары, да, то есть если мы тушим пожар, то это не помогает, здание приходится все равно сносить, на какой бы стадии пожар потушен не был бы. Здание буквально чуть-чуть полыхнуло, там одна квартира выгорела и все. Все равно здание под снос необходимо сдавать. Я честно не понимаю, почему, какие у меня проблемы. Почему тут некоторые жалуются и забрасывают свои дома? Вот здесь я бы еще поставил, наверное, парк здесь у нас. Такие домики. Наверное, если поставить здесь парк, то они смогут улучшиться до третьего уровня. Как ни крути, приходится сносить, что ли? В принципе, вот так вот, наверное, поставить надо. Вот, другое дело. Сейчас они должны улучшиться. Да. Я просто хочу весь свой город превратить, ну, по большей части, превратить его вот в такие вот сияющие, сверкающие, красивые небоскребы. Правда, здесь что-то, по-моему, хрень какая-то происходит. А нет, это просто тень. Странная тень довольно-таки. Вон тут даже этот бассейн есть. Офигеть. Офигеть. Они еще недовольны, скоты. Слишком много микробов. Хо-хо. Слишком много микробов. А чего микробы, интересно? У меня же мусора нету вообще. У меня нет мусора, и скорая помощь хорошо работает. А чего микробы-то, непонятно. Тоже домов вроде немного особо, а... Не справляются эти офисы пожарной безопасности, которые предотвращают пожары на несколько дней. Гарантируют, что здание не загорится. Я думаю, что в этом месте я поставил оперу. Вот уродство, а. Ладно, плевать. Сгорело и сгорело. Пускай строят небоскреб вместо этой халтурщины. Среднестатистической. Очень многие причины мне до сих пор непонятны, по которым проходит вот это вот, происходит забрасывание там домов и еще много каких вещей, которые я просто не могу понять. Вот нет никаких видимых причин, никак это не объясняется. Нет денег, и что я должен из этого вот понять? Я им должен деньги, что ли, вручить лично наличкой? Как? Что я должен с этим сделать, если люди пишут о том, что у них нет денег, и они забрасывают свои дома? То есть, люди живут в небоскребах. По идее, для них созданы эти места высокотехнологичного производства. Образование у них есть. Магазины рядом сверхкрутые есть. Парки есть. Больница есть. Мусорка есть. Пожарка полицейская есть. Связь с другим городом есть. Электричество есть. Экология есть. Все есть, не хотят работать, денег нет, уезжают. Одни горят там через каждые полтора часа. Вон, завод там, постоянно один и тот же палится. Что с этим делать? Как это понять? Это же бред. Как это понимать? Никак это не понимать, потому что бред. По-моему, недоработка какая-то. Я понимаю, когда, типа, нет клиентов. Нет клиентов, это понятно. Когда пишут какой-то бред про то, что денег нет. Ну, извините, я что-то недопонимаю в таком случае. Туман. Или это смог от загрязнения воздуха. Хотя загрязнения воздуха, по идее, нету. То есть это сдувается туда, а все, что здесь дымит, сдувается туда. До этого, до всего он не доходит. Ну, смог уже пропал. Это, видимо, все-таки был туман или какое-то облачко. Небольшое. Строится много небоскребов. Это круто, конечно, выглядит. А, это все коммерческие районы. Я думал, это жилые районы. Надо снести это все нафиг. Хотя жители, возможно, будут жаловаться на недостаток магазинов. Поэтому это опасно делать.
Так, ну вроде. До третьего уровня они пока не дорастают. А, нет, это до третьего уровня богатости. Это, оказывается, только второй уровень обеспеченности. Постоянно. Вот эта вот срань господня, она горит каждые 2 часа. Здесь нет покупателей. Нафиг они вам вообще нужны? Здесь требуется рабочий, тоже постоянно закрывается халтура. Или им постоянно требуется рабочий, не знаю. Так, ладно, нам совершенно немного уже осталось произвести телевизоров для постройки первой фазы, для завершения первой фазы строительства аркологии. Я с нетерпением этого жду. Я думаю, вы тоже хотите увидеть, что же там будет дальше. А тем временем, здесь, наверное, да, закончился проект. Начать новый проект по исследованию. А, я космический центр? Нет, я не изучал его. Так, это у нас что? Хирургический центр. Я его изучал уже, 100%. Генератор инженерный институт им необходим. А у меня недостаточно студентов. Недостаточно у меня. И я не могу построить больше общежитий. Отстой. И как же мне с этим справляться? Непонятно. Может быть, снести политех? На радость студентам. Поставить им досрочно зачеты без сдачи экзаменов. В связи с закрытием отделения. Я не понимаю. Их надо, наверное, до третьего уровня расширять. Или это первый уровень, что ли, обеспеченности? Как? Да, это первый уровень обеспеченности. Здесь нужно парки поставить. В убыток, конечно, месту под жилье, но не в убыток тому, что здесь будет происходить дальше. Здесь должны меньше забрасываться здания после этого. Потому что они будут расширяться, будут нормально строиться. Уровень обеспеченности. Вот здесь уже второй пошел, я так понимаю. Здесь, наверное, потом пойдет тоже второй. Вот. Естественно, жителям первого уровня достатка здесь не очень живется. А это третий, им не нравится. Нормально? Я думаю, нет. Я думаю, это ненормально. Срочно нужны магазины, или мы уедем? Магазины, блин, они... Ладно. Уговорили, так уж и быть. Построю вам здесь парочку магазинов, чтобы не трындели тут пустозвоны ходячие. Так. Здесь показывается обеспеченность, да? Один магазин можно здесь построить, чтобы сразу все проблемы решились. Оп. Слушайте, первая фаза завершена. Что теперь? Что я за это получу? Ничего, видимо, я за это не получу. Теперь здесь активно должен развиваться район с этим магазином. Я думаю, это будет происходить довольно быстро. А нет, не магазин, вот магазины. Все почему-то начали активно строиться, непонятно почему. Хотя магазинов я здесь не ставил, но я поставил здесь парк. Что теперь? Рабочие используют материалы на строительстве. Ага, здесь 300 рабочих задействовано. Все нормально. И теперь тупо надо ждать, я так понимаю, да? Теперь надо просто тупо ждать. Ну что ж, не самое тяжелое. Я и так тупо ждал на протяжении нескольких часов. Поэтому готов подождать еще сколько. Сколько надо ждать-то? Шокирующее убийство выводит на первый план бездействия местной полиции. Почему преступность процветает? Где охрана правопорядка? Сложные вопросы для полиции полного пипса. Что там происходит? Мэр сейчас всех вздрючит. Говнюки. Кто не работает, тот не ест. Кто не работает, того к стенке. Ну что там опять?
опять магазы страдают. Надо вот этот район нафиг просто сносить весь. Делать здесь просто заводы пускай ставятся. Слишком много чести этим магазинам. Да ёшкин матрёшкин! Как вы меня задолбали пугать-то, а? От одних игр можно стать эпилептиком, от других заикой. Что вы выбираете? В конвульсиях пускать слюни и мочиться под себя или позориться перед девушками своим... своим дикторским талантом. Ни хрена ж хрена. Что это такое у нас? Третий уровень крутости. Это ж... огромный негр-небоскреб. Посмотрите на него. У меня первый раз такое. У меня 139 тысяч жителей, но это не смешно. Куда все уезжают? Что за придурки? Здесь какой-то реально глюк с налогами. Я снизил налоги на 1%, у меня вместо 220 тысяч жителей стало, простите... Так, что у нас? Где у нас вообще ментовка стоит? Здесь? Ну, вроде все в порядке. Ячеек, камер хватает. Чем они недовольны, непонятно. Ладно, поставлю еще камеры. Авось поможет. А может и не поможет. По идее должно, в чем еще проблема-то может быть? Ни в чем не может быть. Так. Скоро из большого яйца спешит на помощь. Хорошо, пускай спешит на помощь, все равно не успеет. Так, это магазин, оказывается, здесь был магазин, нифига себе. А эти придурки здесь жалуются и ноют на то, что... А, теперь они по причине болезни отсюда смылись. Вот такие вот, я не знаю, уроды, дезинформируют меня. Берут и дезинформируют меня. Что там, как посмотреть, количество микробов, например... Так, еще уровень микробов высокий. Болезни смерти. Мне что-то не нравится это. Ну а какие микробы? Тут все нормально с этим. Конечно, на производстве уровень микробов так и должно быть. Повышенный. Зона риска, скажем так. О, опять инопланетяне, судя по звуку. О, о! Враги, черт возьми. Теперь это вражеские тарелки. Где они? Я их не вижу. Эти скоты сейчас распилят мне дом. Судя по всему. Вот говняки, я вам не прощу. Я построю вместо аркологии ядерную боеголовку, блин. И снесу ваши наглые блюдовидные рожи. Куда полетел, гад? Иди сюда, я с тобой еще не договорил. Ты у меня будешь по помидоркам плясать, понял? Тебя разорвет от того, что я тебе сейчас собираюсь сказать. Улетай лучше, иначе ты это услышишь. Ты меня понял или нет? Пойдем, выйдем, поговорим. Пойдем в космос, выйдем, поговорим. Давай, пойдем. Че ты переливаешься? Тебе плохо? Ты наркоман, ты под ЛСД, ты под героином, кокаином, спидами, гашишем, анашой. А? Маковая соломка? Почему ты переливаешься цветами, как наркоман? Хипарь сраный межгалактический. Вали отсюда, иначе тебе будет плохо. Ты не понял меня? Я позову доктора Ву и Максимена. Они подерутся сначала друг с другом, а потом с тобой. Ты понял? Ты меня понял? Не трожь жителей, скотина. Бабушку еще одну спереть можешь. Но не дом. Не стой, не смей пилить дом. Не смей пилить дом. Что он делает? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Зачем ты светишь? Экономи энергию, мать твою. Можешь подрабатывать лампочкой, я не против.
У меня и так угля не особо много остается. Давай, хочешь подработать лампочкой? Пожалуйста. Ты мне угрожаешь? Ты думаешь, что ты мне угрожаешь? Это я тебе угрожаю. Блюдо межпространственное. Вали отсюда, я тебе еще раз говорю. Не стоит задерживаться здесь надолго. Иди в большом яйце ройся. Там крутая радиация, она тебе понравится. Ты, наверное, такого не видел. Что ты творишь? Зачем ты летаешь, доширак ходячий? Я из тебя суп буду есть. Гороховый. А потом смачно так попердывать. Подмышку. Твоей маме. Если у нее есть подмышки. Раса слизняков наверняка какая-нибудь. Что это за хрень торчит у тебя снизу? Огромный половой орган в летающей тарелке. Что он делает? Что он делает? Что ты делаешь? Зачем тебе понадобилось спускаться до уровня голубей и фонарей? Что ты хочешь? Почему у тебя глаз размером с автомобиль? Куда ты прешься? Что ты делаешь? Зачем ты прешь мою остановку автобусную? Не трогай остановку автобусную, скотина. Тут люди стоят по 70 минут, мочатся на остановках. А ты еще и спираешь одну из них. Не трогай остановку. Хорош светить водилам в глаза, создаешь аварийную ситуацию. Я сейчас гаишников позову, они тебя на 15 суток за решетку. Вот урод! Нагадил-таки. Я предупреждал. Тебе не жить, скотина. Куда ты опять вернулся? Не смей жрать мои остановки, скотина. Какую бабушку? В жопу твою бабушку, они значок сперли остановочный. Там бы люди не смогли бы образование получать.